14 к 5026.06.2018. Обновлено 15/29/26 июня 2018 года 289-4441 Симферополь, 26 июнь. РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не имеет морального права давать какие-либо определения крымско-татарскому флагу, заявил РИА Новости председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйвас Умеров. С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как День крымско-татарского флага. Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой – тамгой. Ранее Порошенко на своей странице в Facebook поздравил крымских татар с днем их национального флага, назвав его символом нашей борьбы за свободу и право мирно жить в своем собственном доме, на своей собственной земле, в украинском Крыму. Крымские татары считают, что у президента Украины Порошенко нет морального права давать определение крымско-татарскому флагу и спекулировать на этой теме. Крымско-татарский флаг – это символ свободы и созидания крымских татар в российском Крыму, сказал Умеров. По его словам, именно под покровительством нынешнего киевского режима представители признанной экстремистской и запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа, которые сбежали на территорию Украины, нанесли большой имиджевый урон крымско-татарскому флагу, используя его во время энергоблокады полуострова, вешая на взорванные электроопоры. Экстремистская организация, запрещенная в России. Подробнее о новостях Крыма на черемия.ре.ру.